Still checking in the place, still going. Straight chilling with my niggas and shit, but move back, nigga, move back, nigga. I come back with a little damn shot. Всем доброе утро! Ну что, сегодня у нас понедельничек. Выходные пролетели, погудели неплохо. Да. Сейчас будем грузиться. Но машинка чистая, ля-ля, да? Вот эти вот платформы мне надо грузить. Сперва надо покласть мой пол. И потом будем грузиться, да? Блин, дождь идет, собака. Ну ничего. Йоу, всем добрый вечер. Ну что, полиция приехала, мы сейчас будем выезжать. Да, находимся в Хайденау. Это Дрезден, сразу здесь вместе. Да. Сегодня у меня с собой две машины сопровождающие, BF Drive, потому что у нас три раза Ауфляге. Один раз на 13-м автобане. Нам надо на мосту 5 км в час ехать. И на 10-м автобане два раза стормаживать. Да, ну что, все, стартуем. Потихонечку. Бочка у нас 6 метров длиной, 4 метра ширина, да? Высота 4,40. Смотрите, вы знали, что полицейские машины могут мигалки синие сверху только наперед включать? Сейчас получается мигалки только наперед моргают, да? Назад не моргает, получается, они меня не ослепляют, да? Здесь чуть-чуть. Мы сейчас уже справа. На следующем светофоре и получается на автобане, да? Если все нормально, где-то так в 2 часа, пол третьего будем на месте, да? Здесь 270 километров ехать. Выезжаем на автобан. Вот так вот у нас Ауфляге, да? Здесь, где мосты, до 5 км в час надо стормаживать, да? Из-за высоты. Это последняя была Ауфляге. Три штуки было. Одна на 13-м автобане и две. И две на десятки, да? До места осталось 50 километров. Полетели дальше. Так, ну все. Мы сейчас будем съезжать. Полиция уже спереди нас. Мы только что с ними встретились на парковке вот здесь, перед съездом. Молодцы, даже раньше приехали на полчаса.
До места осталось 5 километров. Мы только что проезжали, получается, этот Клеран-Ляг, да, у нас с правой стороны была автобана. Даже окно было закрыто. И уже было попахивало, да, говнецом нам. Сейчас быстро доедем. Йоу, всем доброе утро! Они меня уже искали, а я что, я будильник на 8 поставил, да? Ну, приедут, постучат, да? А они вокруг машины ходят, меня не видят, а я-то в кровати сплю, на телефон звонит. Яшка, ты где? Я говорю, в машине? Они тебя там ищут, короче, да, бля? Ну, сейчас развернемся, мне вон туда надо. С правой стороны. Заедем, разгрузимся. Да, ну чё, всем добрый вечер. Я обратно на месте, Хайденом приехал, да. Запарковался, по пути ещё заправился, заехал в магазин. Купил молоко, ну, сахар. Ну, сейчас вот разогрелся поесть. Сегодня будем есть шашлык с фаршированным перчиком. Внутри там сыр, чёрный хлебушек, соус, да. Ну, как-то так. Приятного нам аппетита. Так, ну что, мы потихоньку продвигаемся. С Хайдена на Херне. Уже находимся под Ганновером на двойке. Вот заехали тоже паузу сделать. 45-ку, да? Я разогрел себе вот такие вот колбаски, да? Ну, кофеек. 4 сэндвича сделал. Ну, так что сейчас перекусим, да поедем дальше. Так, ну что, всем добрый вечер. Вот мы прибыли обратно на место. Находимся в Херне. Фирма называется Каспари. Они тут, как я понимаю, палеты делают, поддоны, да? Получается, вот с левой стороны атомная станция сразу. Ну, здесь такая большая парковка. Но постояли, попили по пивку, разбежались. Я пришел сейчас себе в машину, разогрел поесть. Кушать гречку, сосиски грильные, стейк, еще фаршированный перчик. Так что чуть-чуть перекусим, спать пойдем. Йоу, всем доброе утречко! Ну чё, сейчас будем заезжать на разгрузку, да? Фирма такая, они палеты делают, да? Там всякие разные сорта. Ну, я вам покажу, заезжать будем. Беспредел там такой, вообще. Столько машин приехало на разгрузку, но... А места там нету. Да, ну что, вот заезжаем потихоньку, да? Тут у них гвозди стоят в таких больших контейнерах. Разные сорта гвоздей, да?
Ну что, всем добрый день. Ну, я приехал на загрузочку в Леверкузен. Здесь мы будем грузить вот такой вот маст. Да, это для кранов. Но там уже полностью складаны. Там сколько? 4 штуки. Тут разные они длиной. Но будем грузить для Липхера на Эйнген. Понедельник разгружать. Сейчас еще надо подождать, у них там пауза еще 15 минут. Потом он скажет, где заезжать, куда заезжать, загружаться. Но вот как-то так. Ну вот, почти готовый, да, такой маст. Он уже покрашенный. Тут-то вот где везде какие-то. Тут везде такие затычки стоят, да? Их выдергиваешь. И потом закручивается туда. Это просто грундирингом покрыто, да? Ну. Вот примерно какой-то я такой получу. Может, это он и есть, я не знаю. И потом, да, он уже здесь наклеен. Потом внутрь туда еще все вставляет, да, вот прикручивается. Но видите, здесь получается, где он выдвигается, да, здесь краски нету. Вот это вообще длинное. Ну что, я заехал на заправочку на Бенсайм, да, на Орал заехал, заправил пару литров, чтобы до базы хватило. Сейчас сделаем полчаса паузу и потом 180 километров или сколько здесь до базы осталось. Но машину кинем и домой, пока до дома доедем. Наверное, часов 11 будет вечера, да? Я себе быстро разогрел поесть. Остатки доедаем. Гречка. Такой сыр грильный, да? Но и еще колбаска грильная. Всем добрый вечер. Я приехал на базу, да? Вот так вот надо файрабен делать, да?